Sony выпустит лимитированную PlayStation 4 Pro. На выставке San Diego Comic-Con 2018 в США представили стилизованную приставку, которая выйдет ограниченной серией. Компания Sony представила PlayStation 4 Pro, выполненную в красном цвете и стилизованную под игру Marvel's Spider-Man. Приставка попала в разряд эксклюзивных, поэтому купить ее в свободной продаже будет непросто. Некоторые магазины уже начинают предпродажу PS4 Pro. Фирменный символ Человека-паука разместили непосредственно на верхней крышке приставки. Декорированы и остальные части игры, в том числе и коробка к ней. Ранее Sony объявила финальный жизненный этап PlayStation 4. В комплекте с консолью будет также идти игра со Спайдерменом. Японская компания и Marvel тесно сотрудничают в рамках этого проекта. Купить консоль можно будет с 7 сентября 2018 года, но далеко не во всех странах. Заплатить за эксклюзивную приставку придется около $400. Sony случайно выложила на YouTube фильм вместо трейлера. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.